Юные знатоки ПДД собрались на ежегодном областном смотре – конкурсе школьных агитбригад «Светофор». Всего 29 команд из всех муниципальных образований региона. В каждой команде по 4 участника. Главная задача ребят – удивить жюри ярким выступлением на тему соблюдения правил дорожного движения. Это финал конкурса. Во всех районах прошли районные такие же конкурсы, то есть охват детей очень большой. И эти отряды ЮИД, которые выступают сегодня на сцене, они пропагандируют правила дорожного движения для своих сверстников и младших школьников, выходят в детские сады с этими же агитбригадами. То есть охват очень большой. К конкурсу школьники подготовили самые разные номера, песни, стихи, даже сказки на тему дорожной безопасности. Справедливое жюри оценивает не только знание правил, но и оригинальность сценария, костюмы, артистизм. Если правила запомним, в ДТП не попадем, значит, есть какой-то смысл в том, что мы сейчас поем. Если ты нам подпеваешь, если хлопает нам зал, то не зря мы выступаем, значит, в точку я попал. Основная задача конкурса – не просто дать выплеск творческим способностям ребят, а в такой игровой форме привить им знания о дорожной безопасности. Но главное, школьники теперь знают, для чего нужно соблюдать правила поведения на дорогах. Никогда не нарушать правила дорожного движения. Они все важны. То, что можешь пострадать сам или могут пострадать кто-нибудь другие. Или лишиться там кого-нибудь из родных. «Светофор» – это необычный конкурс талантов. Ребята агитируют к соблюдению правил дорожного движения. Поэтому, выйдя за пределы этого зала, они не просто должны сами соблюдать правила, но и призывать к этому своих родных и друзей. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.